Всем здравствуйте! Вы на канале Черничный хутор, где семья живет в лесу. Спокойный безветренный день. Поживем сегодня. Вот давно такого не было, что проснулся и даже не знаем, что будем сегодня делать. Планов нет. Но сидеть без работы точно не будем. Выпускаем наших курочек. Всего лишь 9 курочек. Три павлинчика. Выходите, вас посчитаем. Выходите. Дик, ты в чем пугаешь птицу? Так, курица. Да, 9 штук. 9 самочек, остальные петушки. А помните, как весной, летом открываешь окошко, они все выбегают, выбегают, выбегают. Ху, распродались. Сейчас они размножаться не будут до весны у нас хоть. Порядок, да? Только пару петушков надо съесть, все. Да, за все время, что мы живем на хуторе, мы не съели ни одной курочки. Всех кур распродали. А вот петушков не всегда покупают. Петух идет один на 10 кур, поэтому их такая судьба, их суповая. А, тот же у нас еще петух ходит с индюшками. Белка на дойку. Проходи, проходи, никого не упускай больше. Все остальные сидеть, ждите. Да, пошли, белочка. Все, пытайся съесть чуть-чуть.
Зинка, панталон, пошли со мной. Пошли, я вас хорошо покормлю, пошли. Зинка, панталон, идем. Пошли, пошли, пошли. Зиночка, панталончик, пошли кушать. Не, он реально хочет на кастрацию пойти, да? Ну достал уже. О, Зинкины поросята уже начали кушать. Все, кушают еду. Поэтому, если кому-то надо поросята, обращайтесь. Нам за много. Тебе панталон даю 2 месяца. Если ты не перестанешь скакать на свиней раз, если не подрастешь до размеров хотя бы пищалки 2, тебе яйца чик-чик-чик, понял? Пищалку с бочкой покормим отдельно, тут с молочком. Вкуснее. Пищалочка, бочка. Идите кушать там, идите сюда. Иди сюда, иди. Куда убегаете? Сейчас живешь убегает, а? На. Бочка, иди кушай, иди. Вот, вы еще вчерашнее слабо съели. Вы тут не голодаете совсем, да? На, бочка. Поросята сразу, ух, туда в кусты, не привыкли к нам. А бочка беспокоится с пищалкой. Дикие свиньи. Все нормально, уже видишь, вдвоем питаются, аппетит появился у бочки. Будут жить. Белка, все хотят, не только ты одна. Пошли, ребята, идем, 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 идем. Овец, как всегда, стараемся много не кормить. Овец нельзя много перекармливать. Это у Валентина был случай. Купили барашка около $1000. Он вот перевернул вот такую бочку с зерном. И они будут есть зерно вот столько, сколько не дашь. Вот пока не запоносят, они сдохнут. У них, то есть, нет у них такого чувства насыщения. Если свинью можно кормить досыта, то этих надо впроголодь. У меня даже сейчас такое чувство, что Машка с Дашкой ожирели. Почему они не котные? Что-то, ну, вот это беременеет, вот это вроде бы тоже котная. А та еще молодая. А эти две почему-то
Если они не окатятся, то сами понимаете, какая их, что их ждет на селе. Поэтому никак их кормить нельзя, перекармливать много. Но они очень любят поесть. Они тут едят, еще и свиней пойдут, подоедают все. Да. О, Машка, Майка уже пошла Зинкину еду доедать. Поэтому мы всегда утром открывается дверь. Сначала свиней. Когда свиньи 90% еды съедят, тогда только овец. Злата тоже похоже, что котная. Походу, белки на те два козленка, походу, ее летом доскакались на нее. Потому что я вижу, что живот несимметричный. С этой стороны больше, здесь меньше. Такой неровный. Походу, будут у Златы козлята. Что-то мы за много их оставили, не? Идем, да. Нашли мне гору. А ты думаешь, если бы на одну меньше было, то бы они сюда не залазили бы или что? Меньше было бы гомняшек. Вы видите, у нас уже сформировано стадо индюков. Сформировано стадо кур. Вот уток нам надо еще сформировать. А, или уток вообще не будет. Ладно. Как ближе к делу, так жалко их становится. Вот если бы клиент нашелся на уток, то вообще не жалко было бы. Павлинов тоже у нас сформировано. Все, тут у нас даже некого съесть получается. Надо ловить рыбу и рыбу есть. Если тогда темнее надо. Они не надо вообще никого оставлять, Валя, ты че? Они, знаешь что? Курятник будет весь в воде. Нет. Надо картошечки наварить, а то мы уже даже сегодня утром незамешанным зерном без картошки поили свинок, кормили. Цыпа, 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 цыпа. Скажи, что маловато места, да? Место ерунда, смотри, уже сухой. Сухой пол, да. Полностью сухой. Видишь? Угу. Вообще сухой его. Работает вентиляция, отлично. Кстати, уже этот шланг. Это у нас шланг пошел на огород. Его надо уже смотать. А то ночью, если будут морозы, то его разорвет.
Тинькофф Автокредит – ваша возможность взять кредит на авто до 5 лет и на сумму до 8 миллионов рублей. Причем без разницы, это будет новый автомобиль или с пробегом. Один мой знакомый недавно хотел купить автомобиль. И пока он оформлял кредит в одном из местных банков, машина уже продалась. И он до сих пор ходит пешком. А вот в банке Тинькофф, если вы сегодня оставили заявку в банк, то и сегодня узнаете решение. И вам для этого нужен только паспорт. Не нужны справки о доходах, поручители, первоначальный взнос, каска. Только паспорт. Вы купите машину, а остаток полученных средств потратите на свое усмотрение. Колеса, тюнинг, страховка. Тинькофф работает более 16 лет на рынке финансовых услуг. Если ты уже нашел машину своей мечты, то воспользуйся удобным автокредитом от Тинькофф. Это поилки, в них уже наливать не будем воду в этом сезоне до весны, потому что они пластиковые, если вода замерзнет, то их тоже порвет сразу. Поэтому сейчас их вымываем, вычищаем, делаем. Это же для маленьких цыплят, у нас уже маленьких цыплят не будет. Ну и для уточек, да, для таких подростков. И прячем куда-нибудь подальше, чтобы не валялись по двору. Потому что пластик, он боится и ультрафиолета, и мороза.
один поддон разобрал. Это в топку. Все, я все помыла. О, давай подниму на чердак. Я тогда их... Раньше я всегда закидывал их на домик летний. Ну, уже надо отвыкать от летнего домика, потому что неизвестно, когда мы его уже будем разбирать, а потом опять перекладывать с места на место. Поэтому уже закинем на чердак гаража до весны. Места у нас тут для складов много. Потихонечку все вещи сюда перенесем. Мух нету, все погибли. Вообще, если честно, вот, я в некоторых местах могу даже стоять полностью во весь рост. Такого чердака у нас нету даже на доме. Хотя у нас там есть 3 окошка в доме, но нету лампочки и нету там пола. Надо сделать там такой же самый чердак. Хранить вещей у нас просто вот много, немерено вещей хранить. Но негде. А там у нас получается оголенный утеплитель лежит и все на чердаке на доме. Поэтому что мы сейчас сделаем? Вот у нас осталась немножко пара изоляции. И вот эти все доски. И затащим их на чердак, на дом. Вот. И получится, убьем двух зайцев. И навес наш освободим. И постараемся более-менее похожий пол сделать у нас на доме, как здесь на гараже. А потом позвоним, Саня к электрик приедет. Он нам тоже там лампочки повесит. И у нас будет не один чердак, а 2. Для хранения вещей. Тогда уже можно будет летний домик сносить. Да, все с летнего домика перетащил и снес. Да. Потому что реально уже даже зрители пишут в комментариях. Ой, когда стоит такой дом и гараж, уже сарай и эти все остальные постройки уже не смотрятся. Да, не строят, не смотрятся. Но сарай мы не сможем сносить, пока не построим другой. Животные, конечно, любят посреди леса под открытым небом ночевать. Но построим другой, хороший, комфортный, и тогда уже снесем эти все постройки. Найда, Дик. Только подождите, я сейчас остыну. Вот их есть. Сколько? На ночь купить. Иди, никто не съест, вот сколько косточек тебе кушать. На мясной юшечке плюс картошка. Вот хороший корм для свинок.
Мы это будем сейчас поднимать наверх. Давайте все равно в любом случае сначала нас сюда принести, а потом поднимать. Пока мы это поносим, можно там мух протравить. Там же тоже мухи. И они за час погибнут. Ой, тут такой маленький лючок напротив того большого нашего. Я уже даже отвык. Хоть бы сюда это доски нормальной длины пролазили. Красивая смерть. Где хлопос? О, вот какой у нас бардак на чердаке, видите? Передвигаемся по досочкам вот так вот. Вроде бы и окошки есть, но это же старенький дом был. Все утеплено. Но света нету. Пола нету. Поэтому тяжело что-то где-то складировать. Так вот где-нибудь разложены такие доски, чтобы ступать. Вот так им тоже мышкам дадим здесь. Вот где доски сложены, то там более-менее и вещи лежат. Мухи есть. Тут и отрава прошлогодняя есть. Кукуруза протравленная. Мы еще добавили на всякий случай. Тут даже кто-то съел. Смерть мышам и мухам. Валь, зрители говорят, что мне очень повезло с женой. А я считаю так себе. Вот чтоб ты по 4 еще таскала. Я 2 поднять не могу. Слабоватая жена. Вообще слабоватая. У белки к панталону какая-то любовь. Она ходит за ним следом. Thank you.
легче, легче, чем тащить, правда? Тачка, железобетонные столбики. А ты здесь подметешь, хорошо? Нет, ты здесь эти деревяшки наверху несешь. Можешь к мангалу, к этому, к кормозапарнику. Получается, навели порядок не только вокруг гаража, но и под навесом. Теперь, если приехали печки, лавочки в гости, там поставили машину, здесь не будет ни снег, ни дождь попадать. Или сам, если приехал сюда на час, знаешь, что через час уезжать, чтобы машину в гараж не загонять, можно под навес ставить. А потом, когда у нас уже будет, конечно, сарай стоять на гектаре, то, наверное, большинство времени будет машина стоять под навесом, чем в гараже. Это, говорят, это полезнее для металла. Но пока что надежнее в гараже, чтобы не залезли павлины, индюки и козлы. Белка все гоняет панталона. Вот даже коза и та понимает, что он плохо себя ведет. Не, индюшка, это нормальная птица. Слушай, может, пора взять? О! Мы, походу, вот этим, которые сидели с павлинятами, не отрезали им крылья. Так это не та.
А, ну да, не та. Подальше. Дик, фу. Фу, я сказала. Белки не имеются. Даже белка кушает корм для сёдров. Наши рыбу покормим, не вас, рыбу. Пока кормим, хоть и холодно, а в амурах, когда их разряжаешь, еще внутри есть корм, который мы кидаем. Тут-то у нас сейчас полный порядок, а вот здесь теперь бардак. Надо сейчас этого пилить по нужной длине и закидывать на чердак. Все. Это что произошло, вы видите? Это сколько-то мух сдохло. Они сколько они там прятались, и они вот сейчас, когда мы побрызгали, они все сдохли. Видите, когда какое-то помещение одно посреди леса, то оно единственное пристанище для мух. Вот это да. Я представляю, что там сейчас наверху творится. Полезли? Наводить порядок еще и на чердаке. Мы только что с вами покропили здесь мух. Ну, пару штук летало. Вот, посмотрите, на самом деле, сколько их здесь было. Тут их просто килограммы мух. Они уже сдохли или они спят? Что-то чуть-чуть шевелятся. Ну, я походу мы их отравили. Сейчас или, может, их лучше подмести и выкинуть? Не, ну, походу, они сдохли. Тут как ты тут подметешь? Вот если был бы пол, то подмели бы, во. А если взять пылесос? А не, пылесос тоже, он. Тут же ж этот, пара, этот... Минватор, вот, да. Утеплитель этот. Короче, вот хорошо, хорошо иметь домик в лесу, называется. Это вообще просто, это мушное нашествие какое-то. А мы думаем, что к нам домой залетают. Они где-то ищут все равно. Как-то сюда на зимовку прилетели, на чердак. И как-то пытаются к нам пролезть вниз. Ну что, где начинать? Где с чего начать? Ну, мне кажется, нужно там делать, там, где мы заходим. Это здесь? Самое главное, да. Ну, я не могу сделать здесь, пока заходим, потому что здесь надо сделать, пока где пусто. Это все туда перенести. А потом уже здесь сделать. Да, так и надо, конечно. Сейчас я сначала длинные, а потом уже эти короткие, да. Вот отсюда и начать, вот здесь вот.
мусора тоже столько. Это же все осталось, когда веранду утепляли еще. В общем, тут надо не только пол сделать, еще и уборку навести. Мух больше не будет в этом году. В следующем будут. Это не длинная. А ты тут так наловчился уже, да? Ну да, некому ж придержать. Давай опять слой пароизоляции ложить. Надо это куда-то опять. Мешать все будет. Сюда переложим пока что. У нас еще такая люлька есть. Когда мы купили дом, хозяева сказали, мы заберем. Так до сих пор не забрали. Мы ее так не трогаем. И выкидывать нельзя ее. Ну, такая еще рабочая. Пару поколений здесь. На ней... переночевала. Выкидывать пока не будем. Пароизоляция специальная. Снутри дома будет пар выпускать, а сюда влагу не пропускает. Она с одной стороны такая, как целлофан, а с другой стороны пупырышку. Вот, пароизоляция закончилась. Но я думаю, что досок больше у нас и не будет. Как раз, наверное, на нее, на эту всю пароизоляцию хватит. А что кушать будем на обед? Не знаю. А что хочется? Ну, хочется что-нибудь под, на подножном корме. Вот я видел, что возле пищалки растут эти. Вешь эти. Зонтики? Зонтики. Пошли зонтиком насобираем. И заодно передохнем, потому что, кажется, со стекловатой не работаешь. Но она в воздухе летает. У меня уже полная грудь. Надо отдых. Передышка. Пошли. Пол идеальный получается, да. Можно будет... Тем более уже шуруповер даже сел. Не хочет работать его. Обед. О, не крутит уже. Все, обед.
Пошли грибы насобираем, поедим и залезем туда наверх. Давай занесем в погреб, а такие уже порезанные свиньи с овцами на улице прям сидят. Куры помогут. Я хочу кашу с тыквой. Ну вообще круто. Пошли. Берем только большие, пару штук. Там пару штук. Буквально полчаса у нас. Вот сколько лисичек тут. Значит, опять мы будем в июне едим лисички. В октябре опять лисички. Лисичковый хутор у нас. Кто-то вот захотел покушать что-то, пошел в любое время, насобирал их. О. В одном месте даже вставать не надо. Вот к лисичкам маслятки целые есть под елками. О, целый. Красивый, целенький. Нам много не надо. А вот там еще. Кстати, маслята очень вкусные грибы. Жареные. Вот это еще красавец молодой. Видео снимаешь, что ли? Нет времени пособирать грибов? Мои меня ждут, не волнуйся. А лучше бы еще не съемок. Еще? Ой, много их. Так что, пошли домой. Я уже к своим не пойду тогда. Ну, в принципе, да, хватит. Тут на одном месте встали, нарезали и все. Ну, и смотри, ни одного масленка червивого. Обычно маслята всегда червивые. Вот, неужели вот такой вот, смотрите, такой здоровый, будет целый? Как вы думаете? Целый. О, ага, червивый. Вот большой, то как раз оказался червивый. Вот. Короче, отошли где-то 50 метров от дома. Походу дальше идти не надо в лес. Вот там кучи, вот тут кучи, посмотрите, о. И одни маслята, они самые вкусные. А вдруг они все червивые? Сейчас будем проверять. Ну, половина будет точно целых. Так, целый. 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 Вот тут целенькие. Целый. Целый. Ой-ой-ой-ой. Целый. Этого я почему-то нечаянно поломал, но ничего. Но он целенький. Ай, пускай мыши доедят. Вот. Просто целые. Удачно мы сходи. О, у тебя какие красивые. О, червивый один. Получается, я один раз присел за лисичками, два раза за маслятами. Идем домой. Идем домой. Ну да, смысл больше собирать. Все, даже никуда не надо. Маслята очень вкусные, даже вкуснее многих грибов, потому что они такие, ну, как сопли какие. Теперь Валя научит резать. Попробуй, ли черника вкусная сейчас. Октябрьская. Вкусная, сладкая, целая.
Это плохой. Тоже. Тут мыши их погрызли. Жуки вот эти. А, жуки? Синие, да. Эти наши куры любят их кушать. Чтобы найти время. О, маленькие грызут уже арбузы. И в котельню, ой, в погреб их надо подкидывать. Друзья, вот, ну, реально, 50 метров от дома, 5-10 минут. Почему полные не наложили? Потому что, во-первых, надо на чердаке порядок наводить. А во-вторых, нам вот этого даже за много пожарить на двоих. Что с ними делать? Если бы я был не женат, я бы с этой шкуркой ел бы. Но никогда не ел почему-то. Тогда и поем. Сейчас хоть можно здесь хоть подмести немножко это грязь, пыль. Все, слажу вниз. Сегодня света белого, можно сказать, не видели. Уже потемнело на улице. Ну, тут гвоздя, ой, шурупами прикрутили. Там, где была пароизоляция. Там, где нету пароизоляции, просто разложили. Потом на будущее это все исправится. Вот. Ну, уже как бы, да, уже можно хоть что-то сюда, здесь и пройтись. И убрать, и сложить. Вот в следующий раз сюда уже залезу, когда Саня электрик приедет. Мы здесь проведем электричество, чтобы сверху была лампочка, чтобы было здесь светло. Раз. А потом уже залезу, только когда уже останутся также доски у нас от строительства сарая. Тогда
доделаем все остальное. А специально уже не будем заказывать доски. Все, пошли. Пошли. Валюшка, тут почти не намусорили мы. Да, почти. Такой порядок стал. Ну все, пару дней туда точно не полезем. Заклеивали, чтобы ничего не повредить. Вроде все прошло успешно. Под машинным навесом для машины порядок, возле дома порядок, на чердаке почти порядок. План выполнен. Осталось что нам? Ой, еще осталось много. Надо еще комнату убрать, арбузы занести в погреб, кушать приготовить. Какие-то дни короткие, ничего не успеваем сделать. Ребятки, дайте мне хоть что-то успеть спрятать от вас. Все грызете. Затарились мы тыквой по полной. Последних 5 раз грибы жарим без обварки. Уже так приучили себя, и очень вкусно. Одни маслята и пару лисичек. Что-то должно быть вкусненькое. А это что у тебя за такое? Каша такая, называется колба. На гречку похоже. Вот такая. Точно колба. Ну ладно, попробуем. Гостей нет, Ваня на учебе, то нам можно хоть раз в жизни диетический ужин сделать. Какую-то полбу буду сейчас есть. Какую-то полбу. Это грибы с нашего леса и помидоры с перцами с нашей теплицы. Маслята, как я вам говорил, в лесу, так режем вкус. Кстати, мы сегодня без сметаны едим. Как тебе полба? Ну, кстати, я сегодня такое утро бочки с Зинкой носил, тоже очень похожее. Ну все, друзья, всем счастья, удачи, до свидания, пока. Пока-пока. Бочка, пищалка, бочка. Будете кушать? Бочечка. Бочка злится. Пищалка. Когда уже домой придете? Зачем нам идти, если вы нужно сюда еду носите, да? А что, тыквы не впечатляют или что? Ну ладно, потом на досуге завтра пойдите сейчас, да?